Ребяточки, всем привет-привет, на канале Пиратская Жизнь, с вами как-то Нунчук, такая вот у нас красота, смотрите, какая у меня. Вот, он говорит, фига себе, кофе с арбузом, да с колбасой. Заставка. Как ты так ешь? Да, ну что такого, что такого? Дай хоть села. Ну, а кто его знает? А вдруг? А вдруг? Я ничего не отрицаю. Кто его знает? Я просто хотел арбуз. Что проблема? Так, с кофе. С кофе, что такого? Не, ну я сначала арбуз, ну кофе просто тоже хочется. Ну, арбуз тоже хочется. Ну, что-то вот грязные намеки такие. Вопросы к тебе. Алло. А кто тебя знает? Вдруг подсадил там? Квартиранта. Решится. Даст Бог, будем рады. Как говорится, арбузом накормим и так далее. Вот. Ну, даст, не даст. Посмотрим. Жизнь покажет. Время покажет. Ну, как говорится, за все хорошее. За квартирантов, что вы все-таки были. Ой, красота. Я еще бутерброд сделаю, пока вон там. Отвлекся. Я себе бутерброд сделала. А что-то я тут находилась? Куда-сюда. Красивый себе бутерброд сделаем. Модный. По заветам Вована. С тройной колбаской. Все такое. А Вован ничего не останется. Сейчас я всю колбаску съем. А ему ничего не останется. Всю колбаску сейчас съем, да, Вовка? Во. Пусти последний зуб. Последним зубом. Он даже так. Прикиньте. Рискни последним зубом. Не, ужинать пока рано, а вот перекусить оно стоит. О. А вот все тебя. Темный кофе. Вот что значит крепкое. Я за вас рад. Рабустейшн. Арбустейшн. А нет. Арбикейшн. Надо к ним это в палатку устроить это. Дегустатором арбузов. Есть такая должность сразу, да? Дегустатор арбузов и дынь. Да. Бахчевых, да? Бахчевых, да. Я вам скажу, вкусно, не вкусно. У всех вкусы разные. Может, кто-то просто не понимает, как выбирать. Какой вкусный, какой невкусный. Я говорю, вчера в магазин ходили, женщины даже не знают, как огурцы выбирать. Как берешь и ешь. Ага. Какие лежат. Можно ватные. Ой, девчонки. Знаете, в этом жизни каждый тебя пытается обмануть на Е. И прочее. Поимей себя баба. Нет, каждый в этой жизни. Обмануть ближнего и нижнего. Плюнуть ближнего и. Ниже. Так, оно так реально, так и есть. Должна... Ну, куда ни плюнь, везде, везде, просто практически везде. Так надо хочется расслабиться. Не, мы к ребятам-то ходили, они нас знали очень хорошо. То есть там по ним можно было даже весы сверять. Там всегда все было без проблем. А тут вот... Там они просто на камеру попали. Ну, это может быть тоже. Я им там доверяла. То есть я им доверяла, они как бы никогда не подводили. Вот. Я просто несколько раз сверяла, и все было хорошо. Вот так. Еще скидку делали. Еще скидку делали, да, немножко. Ну, они там немножко делали, там рублей 20-30. Там, чтобы ровный счет был. Округляли нам. Там хоть там на скейками. Я им двери подкинула как-то на халяву. Когда, по сути, несколько тысяч стоит. Да. Так что ж, скидка 20 рублей, знаешь, не так уж и скидка. А сейчас что-то говорю, шла, что-то посмотрела, смотрю, вообще нету палатки. Ни перед пятерочкой нету, ни носовых нету. Блин, говорю, так жалко. Я вот смотрела, эта палатка даже на карте была. Представляете, насколько она там уже фундаментально была долгое время. На дубль ГИСе, да, отобразили, да? Да. Типа. Они вообще говорили, что они будут возвращаться. Ну,
В том плане, что было сделать нормально палатку. Но тут, видите, что-то вот вообще нету. Ну плюс там еще сейчас холодно. Ну так да, им нужно нормально это, чтобы на зиму. Плюс освещение. У них там стоял этот, получается, как это? Кондиционер. Генератор. Кондиционер у них там стоял. Да. А ну что, все поперемерзнет нафиг? Освещение у них было от этого. От аккумулятора. Аккумулятора. Ну, и то слабенько. Его не хватит на всю ночь. Машина у них обычная, грузовик, не без рефрижератора. Не, он так-то нормальный. Вот, тут туда надо ставить коньей. К сожалению. А вы знаете, а вот куда-то отойдешь чуть подальше. Этих палаток, ну, пожалуйста, через одну. Стоять. Здесь в округе знаю несколько штук. А это вот та, по которой подальше была. Да. Да. Что-то я вот. Ну, что-то мне вот захотелось там не купить. Но опять же, видите, вот каждый раз вот меня вот, какая-то вот тема подкидывается. Я прям удивляюсь, знаете, как я все время говорю, что, знаете, лучший режиссер это наша жизнь. То, что в ней происходит. И вроде как думаю, что ну, это банальность, обыденность, но все равно. Вот, это хватит там уже. Смотри, что творит. Ты там сколько слоев-то накидал? Там сыр. Там сыр, конечно. Да, да. Надо что-то долго. Вали все на сыр, да. Блин, просто рот порвай. Не знаю, сейчас поехали. У тебя бы находился, у меня нога болит. Сейчас надо бейсбол выпить. А то врач сказал, да, а завтра приду, у меня опять что-то свернулось. Надо, наверное, там. Там мне вообще в рекомендации ограничить физическую активность. Да. А я такая, а я пешком до дома, е-мое, 7 верст не хрю, понятно? 2 километра сейчас там, слышно. Ну, ну что тут, прогуляюсь. Кстати, тут холодно. Я сейчас ходила вот в этой кофте. Там рукава немножко коротенькие. Стемнело. Да. И когда это днем-то поехала, тепло было. Хорошо. Днем-то было 20. Да. А сейчас это, у нее рукава короткие, я говорю, у меня руки замерзли. Я шла такая, в карманы. Засунула руки в брюки. Надо что-то готовить. Что не знаю. То есть мясо сегодня доедим. А там капуста есть. Надо ее выкинуть нафиг. Что-то не так получилось капуста. В следующий раз будет поменьше. Как там кто-то в комментариях писал. Бьюсь об заклад, она эту завтра капусту или выкинет, или откажется ее есть. Практически вы, вот, знаете, вот насколько сильно вы нас уже знаете, меня в частности, да, мои взгляды, мои вкусы, что вы уже даже понимаете, когда мне что-то нравится, когда мне что-то не нравится. Представляешь, вот человек... Насколько вот... А потом еще... Да мы вас не смотрим, да мы чисто комментарии читаем. Да ля-ля-ля-то... Да смотрите вы прям досконально. Причем некоторые, как я понимаю, что смотрят аж прям вот... Настолько уже даже мои привычки и повадки знают, да? Меня муж так не знает, как вы меня знаете, ё-моё. Ну, конечно. Серьезно. Серьезно. Мне приятно, что вот некоторые меня так знают. Это я на Дзене читала комментарии. Вот, и там так вот пишут. Вот бьюсь об заклад. Я говорю, приятно. Давай, доедай колбаску. Ну, знаете, вот некоторые блогеры все равно, они создают все-таки иллюзию, правда. Потому что ты тоже думаешь, что знаешь, а в итоге человек тебя удивляет, скажем так. Так, мне сейчас надо поработать будет, так что, наверное, не пойдем пока никуда. Но мусор надо выкинуть, ё-моё. Вот, пошлю гонца. А то он и так жопу отсиживает целый вечер. Да, попочку свою красивую отсиживаешь. Сидишь. Да, конечно. Я быстренько метнись баранчиком, да? Кабанчиком. Ты наглая... Лицо!
просто обалдевшие от безнаказанности. Да. Разбаловала я его, чуваки. Вот разбал. Я говорю, такой у меня сегодня был дежавю, что, блин, я как мама мне просто домой приходила и просто ругалась. Да. Тоже вот после работы с сумками приходила, в зубах буквально несла. А потом приходила и все. И я в своей комнате там что-то с компьютером, отец там сидит, газет читает, то ли новости смотрит, и все. И вот он говорит, прихожу, даже хоть бы кто чай поставил. Я говорю, вот хоть бы кто кофе сделал. Один в один. Да. Хоть бы кто накормил. Ой. Бросила. Ой. На произвол. Ой, бросила я тебя на произвол судьбы. Голодного. Голодного, холодного. Тебя-то не... И поесть нечего дома. Конечно. Искал колбасе, нету. Спрятала. Представляете? Так вот. У меня предъявы. Сейчас курицу есть. Ты знаешь, тебе потом кирдык. Поэтому ты не ел 100%. Вот у меня не было дома, все три. Все, не страдался, не сплакался. Я не отнесли. Я три ушла. Все, спасибо очень. Четыре. Вкусный арбуз. Кисмис еще зеленый. Черный. Вкусный. Вон, сделал бутерброд себе. Сыр, колбаска, колбаска. Колбаска, сыр, сыр. Нет. Сыр, колбаска, колбаска. Я сегодня хотя бы подвигалась. Это как дома сидела, так сидит. А я тоже двигался. Как? Пупой! Давай подвиг... А, от туалета до кухни, да? И прочее. Ты здесь ничего сегодня не сделал, только посуду помыл, все. Калорий сколько сжёг. Прям вообще. Я телевизор глядел. Целых 100 калорий. Час. Час. Я сколько не было? 4 часа. Вот именно. 400 калорий, нет? А еще посуду мыл. Да. Это еще 50. Что? А, все-таки, да? Все-таки можно звонить ругаться? Все как обычно. Во, как обычно, воды нету. Все время. Время. Пора. Сейчас как раз в это время плюс-минус нету. Все, пора. Ты хоть водички бы залил, чтобы она не просыхала. Так моется потом, когда дадут. Ну ты залей водой, а то холодной. И мой стакан тоже. Вот я как раз сегодня утром это говорила, говорю. А вчера, кстати, вот целый день вообще не отключали. Я еще говорила, что... Говорю. Какого фига они не отключали? Я уже хотела позвонить и поругаться. Я же знаю, когда будет, когда не будет. Ну, они типа что-то не отключают. Они, у них там график отключения. Такое ощущение, что да. А мы вчера как раз в это время ушли, поэтому, скорее всего, не заметили, что я отключаю. Я говорю, блин, вы даже не позвоните, не поругаться. Ну, это они сегодня исполнили мои желания, так что сейчас пойду поругаюсь. Ну что, так мне захотелось арбуза. Они мне дали попробовать. Вот такой вкусный. Я просто, знаете, боюсь, что скоро этих арбузов не будет. А самые вкусные арбузы у нас, вот эти вот астраханские, либо в Таиланде мне нравятся. В Турции мне не нравятся арбузы. В Египте тоже. Пока куда-то поехать у нас возможности нету. Все дорого. Вот. Ну а сейчас нужно как поэтому их наедаться, потому что потом через месяцок я боюсь, хуже не будет. Сейчас тут уже октябрь, там сейчас уже какие-то маленькие. А до этого были прям такие здоровые. Мы, помню, взяли половинку,
Половинка 15 килограмм была. Половинка, блин. Представляете? А тело, соответственно, 30. Наш вот. Ну как вы меня знаете, да? Вообще обалдеть. Я прям реально иногда поражаюсь, насколько меня некоторые зрители уже знают. Но, опять же, понимаете, вот вопрос к вам. Вы же писали этот комментарий-то с пренебрежением. То есть вы меня как бы недолюбливаете, но знаете досконально. То есть вы каждый день смотрите, мучаетесь. Страдаете. Просто нафига. То, что я пишу. Ой, она меня на дзен подписала. Девочки. Это меня постоянно обвиняете там во всяких накрутках, всякой фигне и так далее. Скажем так, на дзене для того, чтобы написать комментарий, нужно быть подписчиком. Понимаете, у меня там есть такая функция, чтобы комментарий мог писать только подписчики. Но, соответственно, чтобы сделать свой кака в комментариях, вы с вами же и подписываетесь. Не надо мне потом говорить, что я кого-то там подписываю и так далее. Вам же нужно свой яд немножко выпустить, желчь свою, да? Вот, некоторым. Я, опять же говорю, не обобщаю. Вот. Ох, блин, ногти какие красивые, не могу. Так они же нятно прям вообще. Они так чуть развяну. Ой, вообще, как будто как фарфоры такие. А вот. И говорю, подписываюсь для того, чтобы просто написать свой комментарий. Я вам сегодня парочке помогла, чтобы смуту не выводили. Ты подписываешься, пишешь свои комментарии. Дурацкие. Что типа я их накручиваю. Они же сами подписываются. Интересные люди. Интересные. Ой, не могу. Не могу остановиться. С арбузом. О. Мы с вами заболтались тоже, а? Сейчас маленько еще поедем. Пойдем. Говорю, так что, понимаете, не мучаюсь. Я не поменяюсь. Я как была, такой останусь. Просто либо вы поменяете свое отношение ко мне, либо просто не мучиться. И не страдать. Люди, которым уже под 40, а мне уже, пардон, вот послезавтра будет 39, они уже не меняются. А, кстати, тоже забыла вам рассказать. Хотела. Сейчас пока сидела на маникюре, там сбоку сидела другая девочка. И делала педикюр. И вот они там со своей матерью разговаривали. С моей что-то это я сидела. Он что-то так увлекался работой, что-то в наушниках, не болтать почти. Вот. А там вот что-то они сидели, ля-ля-ля-ля. И как я поняла, что эта клиентка, она такой, знаете, возраст, как я говорю, 86 года. Она там даже переспросила, говорит, 86 года я. Вот, то есть, получается, она меня на год младше. Вот. Такая вся, знаете, ну, она худенькая достаточно. Такая, знаете, стильненькая, в джинсиках. Там у нее такой худи интересный. И вот что-то они там разговорились по поводу лечебного голодания. Она ездила в какой-то ретрит, вот, ну, прям, знаете, гламур, вот, какой-то ретрит за 80 тысяч 7 дней. Ее там морили голодом, понимаете, а вот, плюс там потом она что-то говорит, 4 дня она голодала на воде, что-то там туда-сюда, потом ее выводили из этого состояния, вот. И за это все она заплатила 80 тысяч, где-то здесь какой-то там у нас есть... То ли в Самаре, то ли она... Ну, короче, где-то вот там ездила. 80 тысяч стоит. Да, тут набраться 80 тысяч стоит. За 8 дней. А за 7 дней. Вопрос, девочки. А, еще она сказала так, что ей еще 3 дня, каждый день 3 раза делали очистительные, пардон, извините, не за столом сказано, клизмы. То есть, за то, что ее морили голодом, делали ей 3 раза в день клизмы, она заплатила, сколько там, 12 почти тысяч в день. Понимаете? Я так думаю, блин, что-то как-то дофига. Вот это. Она говорит, ну я периодически там делаю, там, знаешь, всякие йоги, медитации, я говорю, ё-моё.
Вот, и что-то они там разговаривали, она не замужем. Девочки, ну слушайте, ну пока вы голодаете, мучаете себя голодом, пока у вас там йоги и всякие медитативные практики, понимаете, вот ни один нормальный мужик с вами не будет. Или будет, но не будет. Ну, вот баба даже такой, принесла арбуз, накормила, напоила. Сейчас пойду его любить. Блин, так это смешно выглядит. Не, она, конечно, вся стройненькая, вся такая красоточка. Но она, кстати, по красоте я бы не сказала. Обычная женщина. Что-то у нее странная такая улыбка была. Даже не улыбка, у нее как-то уголки губ, они все вниз. То есть вот она просто в расслабленном состоянии. У меня, если я постоянно вверх, у меня здесь это, у нее как будто как это грустный клоун. Вот. Я не в плане зависти там, ничего. Просто, знаете, вот это вообще всякие там, знаете, голодания лечебные, там, всякие йоги, фигови. Может быть, это, конечно, правильно, там, знаете, познать дзен, там, очистить свой организм. Она сказала, что она так лечилась от аллергии. А в чем проблема, например, остаться дома, просто поголодать, да, и клизму сделать? Вот, ну, я не знаю. Обязательно нужно куда-то ехать и за это кучу денег платить. А нормально, да, так? Приезжает, короче, человек, тебе его кормить не надо, поить не надо, максимум койку предоставить, койко-место. И 3 раза в день издеваться над ним, ставить клизму. А потом все это красиво назвать, что это очистительные медитативные практики. Вот так вот. Короче, смех и грех. Вот так, знаете, сидишь, наслушаешься. Чего только не наслушаешься. Ну да, может быть, я к этому еще не пришла. Может, я просто никак неправильно живу. Ну, как-то я вот, знаете, человек попроще. Без всей вот этой вот напыщенности, без всей вот этой вот замороченности. А вот. Если тебе нужно похудеть, то можно сбалансировать свое питание, не обязательно при этом голодать. А вот, да и голод, это, мне кажется, очень большой стресс для организма. Вот. А если тебе нужно, извините, избавиться от аллергии, то есть нужно в первую очередь избавиться от аллергенов. Вот. Ну и, соответственно, ходить к врачам. А все вот это, знаете, вот напыщенность, все вот эти вот современные модные девочки тенденции. Ну, это такое все. Хотя кто его знает. Может быть, я не пробовала, может быть, я не знаю. Но говорю, у меня вот этот вот сам факт, то, что она 80 тысяч заплатила за неделю, при этом ее травили голодом, морили. Вот. И еще 3 раза в день ставили клизму. Ну, это прям вообще, это прям. И она еще какой-то там собирается. А, говорит, у меня подружка еще приглашала там в какой-то ретрит. Там типа они берут не аскезу, короче, молчание. Ну, то есть это... То есть что-то там неделю или две они должны просто молчать и все. И говорит. А подружка говорит, ага, типа я с тобой не поеду. Я с тобой, наоборот, люблю там языками почесать. А ты мне предлагаешь поехать туда, где молчать нужно. И за это, прикиньте, тоже деньги берут. Я прям удивилась. Наверное, как-то, знаете, бизнес-то нужно вот так вот строить, да? То есть главное построить правильную пиар-компанию. Вот. Продавать воздух, по сути. То есть ты заставляешь людей молчать, сидишь с ними в позе лотоса, вот, морешь его голодом и ставишь ему клизму. Короче, как-то так. Все, пишите, что об этом думаете. Мы с вами увидимся в следующих выпусках. Всем хорошего настроения. Не болейте, не скучайте. Увидимся. Пока-пока.